эти работы станут началом заводской галереи портретов лучших рабочих. Подлинная дружба связывает металлургов производственного объединения «Ижсталь» и художников Удмуртии. Так, по уже сложившемуся обычаю, многие живописцы и графики проводят Ленинский субботник в горячих цехах предприятия. Что ж, результаты налицо. Постоянно действующая теперь экспозиция правдиво, ярко, образно воспевает труд сталеваров. Дружба их и художников продолжается.